супермаркете «Яблочко» по улице Левченко 3 на Масленицу развернулась бойкая торговля. Топ-продаж заняли главные продукты масленичной недели – блины и продукты для их приготовления. Самая большая очередь выстроилась за блинами с пылу с жару. На выставочном месте кулинары супермаркета нон-стоп выпекают дрожжевые блины и угощают покупателей. Только в первый день в одном магазине выпечено 100 кг блинов на любой вкус с разными начинками. То есть на любителя какие разные. 100 кг блинов мы только сегодня за ночь выпекли. Поэтому продажи будут хорошие, уже много людей начало брать. Вот девочка у нас печет еще такие блинчики пустые. Тоже это сладенькие, сразу с пылу жару горячие. Здесь представлено более 10 видов блинов. Пшеничные, тонкие, дрожжевые, с сыром и укропом, с капустой, грибами, с курицей, с мясом, с яблоком, с маком, с творогом, шоколадные зебры и роллы с бананом. На любой вкус по ярмарочным ценам. С творогом, с мяском. Вот есть, с яблоками еще. Так, спасибо. Сколько большое. Пустых? Два. Я здесь постоянный покупатель. Узнала, что здесь ярмарка. Пришла купить блины готовые, чтобы дома не готовить. Постоянно здесь купляюсь. Продавцы очень хорошие, вежливые. Я пришла на ярмарку. Говорят, очень вкусные. Девочки у нас хорошие. Взяла блины с капустой, с грибами и с мясом. И печем дома, и тут еще берем. Ну, тут пойду на работу, девочек угощу. И дома буду тоже. Ну и тех, кто предпочитает печь блины дома, магазин также не обошел своим вниманием. До 18 февраля Мариупольский молокозавод подготовил скидки для хозяек, которые смогут по праздничным ценам купить молоко, сливочное масло, сметану, творог и творожные десерты. Ломятся от изобилия товаров мясные и колбасные витрины. В широком ассортименте сыры. Радуют глаз свежие овощи и фрукты. Всегда спрашивают, в чем успех нашего предприятия, в чем успех наших блинов, потому что люди покупают у нас уже из года в год их. Я хочу вам сказать, что, конечно, каждый повар и тот, кто торгует этими блинами, добавляет чуть-чуть любви, чуть-чуть своего сердца в это тесто. Поэтому блины получаются у нас самыми вкусными, самыми сладкими. Все блины делаются на молоке, делаются с творогом торговой марки «Азовпродукт». Это наш партнер на протяжении 10 лет. Мы работаем только с этим производителем. И успех, конечно, этого предприятия и наших шедевров кулинарных, блинных, тоже в том, что продукцию мы берем только в Азовпродукте. Празднование Масленицы также продолжится на Экорынке. С 16 до 18 февраля клиентов ждут акции, дегустации, угощения чаем и ярмарка блинов с пылу с жару.